Привет, друзья! Мы на канале Винтажпунт, и сегодня я вам расскажу про различные соединения проводов, какими способами мы можем соединять провода. Самое первое, что я вам хотел сказать, вот это. Вы видите, соединены между собой скручены медный и алюминиевый провод. Вот это грубейшая ошибка, так делать нельзя. Как соединять медные и алюминиевые провода, я вам сейчас расскажу. Но начну с более простых вариантов. Например, самый простой вариант – это скрутка проводов. Просто взяли два провода, скрутили их между собой туго. Это хорошее соединение, относительно простое, дешевое, но оно не допускается, когда мы делаем проводку у себя дома или где-то еще. Но если взять эту скрутку и сварить ее с помощью сварочного трансформатора или газовой горелки, то тогда получается очень надежное соединение. И таким способом соединяли раньше алюминиевые провода. Но сейчас мы алюминиевые провода совсем почти не используем. Так что отложим это дальше. С помощью клеммной колодки. Клеммная колодка рассчитана, бывает разных диаметров, разных размеров и рассчитана на разное количество проводов подсоединяемых. Провод можно засунуть с одной стороны, зажать винтиком, а можно его пропихнуть насквозь, а можно зажать провода с двух сторон. Это относительно надежное соединение, но тоже не очень, потому что провода там пережимаются винтами, и если сильно затянуть винт, можно совсем перекусить провод. И второй недостаток. То, что втулки, которые там стоят, они бронзовые, и алюминиевый провод совсем нельзя зажимать в таких колодках, потому что будет тогда контакт алюминия с бронзой, то есть с медным сплавом, а этого нам нельзя допускать. С помощью гильзы. Мы уже проходили наши пресс-клещи. Так вот, с помощью пресс-клещей можно напрессовывать гильзы на провода, и это получается очень надежное соединение. Сейчас я вам показываю алюминиевую гильзу с алюминиевым проводом. С медным проводом используют медную гильзу, а все остальное также. Если мы скрутили наш медный провод, а потом еще его пропаяли хорошенько, получается очень надежное соединение. Я вам рекомендую его делать, если у вас немного проводов и они тонкие, тогда легко будет пропаять. А теперь колпачок СИЗ. Колпачок очень легко накручивается, нужно всего лишь навсего снять изоляцию из проводов, чуть-чуть их скрепить и закрутить колпачком. Это очень надежное, доступное, дешевое и простое соединение. Клеммы типа ВАГа, они бывают разных типов. Вот сейчас я вам показываю запирающиеся. Там есть такие рычажки, которые, когда открываешь рычажок, зажим освобождается. Когда закрываешь рычажок, зажим запирается. Производитель гарантирует, что контакт будет надежный. Эти соединители ВАГа бывают разных размеров, на разное количество проводников. В данный у меня на 5 проводников. Бывает на 2, на 3, на 4. Разные. Соединение получается быстрое и надежное. Кроме того, здесь можно соединять и медные, и алюминиевые провода. Потому что для каждого из этих проводов существует свое гнездо. И медь, и алюминий не контактируют друг с другом. Но существует еще очень простое соединение, которое чаще всего и используется. Простым винтом закручиваются колечки из проволоки, насаживаются на один винт. Между собой провода разъединены шайбой. Между каждыми двумя проводами есть шайба. Таким образом, мы можем соединять и медные, и алюминиевые провода, потому что они разъединены стальной шайбой и не контактируют друг с другом. Так что из всех соединений, которые у нас есть, только соединять медные и алюминиевые провода можно с помощью таких клемм и зажимом винтом. Вот и все. Спасибо за внимание. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Будем очень рады.